В Иванове стартовала приемка школ к новому учебному году. На сегодняшний день большинство образовательных учреждений города к 1 сентября готовы и ждут приемочную комиссию. В том числе и 56-я школа. Именно ее во вторник посетил глава города Владимир Шарыпов. Учреждению действительно есть чем похвастаться. Все запланированные ремонтные работы завершены вовремя. Помимо средств, выделенных в этом году администрацией, школе помогла депутат Галина Бочкова. Конечно, мы только рады тому, что вот именно так вкладываются в средства, которые распределяют у нас депутаты. Потому что и спортивный зал, и столовая – это общее пространство для детей. Немногим ранее была сделана спортивная площадка на территории школы, где сейчас есть возможность заниматься спортом у детей всего района и разных возрастов. И как раз это все укладывается в нашу идею о том, что школа должна стать центром общения и центром притяжения для жителей окружающих жилых домов, и это то место должно быть, куда они могут прийти с целью общения, с целью занятия спорта. И, конечно, в первую очередь в этих школах должно быть комфортно нашим детям, и, соответственно, поэтому спортивный зал, столовая, актовый зал, они всегда у нас на первом месте. В рамках ремонтных работ удалось обновить столовую. С новыми интерьерными решениями она стала светлее и креативней. А вот еще одна гордость школы – свежеотремонтированный спортзал. Директор признается, со времен постройки здания всерьез руки до этого помещения дошли впервые. Там были заложены два ряда окон. В этом году мы эти окна открыли, вставили пластиковые стеклопакеты, поменяли освещение, покрасили стены в более современный цвет. Ну и, естественно, на ремонт отопления, потому что в зале было достаточно прохладно. Надеемся, что сейчас мы будем отвечать всем нормам. Нерешенной осталась пока только одна проблема – с парковочными местами у школы. Глава города обещал разобраться и помочь найти решение, чтобы в новый учебный год школа вошла с выполненным домашним заданием. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.